Всем привет! Друзья, в этом видео хочу порекомендовать вам Eltronic Soundbox Active Pro. Среди всех систем от Eltronic эта модель относится к профессиональной линейке и занимает достойную нишу на рынке. В целом ее можно сравнить с JBL PartyBox 1000 и найти массу плюсов. К примеру, огромным преимуществом я бы назвал встроенную батарею на 17 ампер, чтобы вы понимали, на максималках этот аппарат будет работать у вас более 3 часов без подзарядки. Такого вам предложить не может абсолютно ни один бренд. Даже если колонка разрядилась и возможности подключения к 220 вольт нет, не беда. Вам поможет автомобильный аккумулятор. Достаточно просто подсоединиться. Хочется обратить ваше внимание на гибкую настройку звучания. У Eltronic для этого есть все возможности. Здесь даже есть специальная функция для любителей супер низких частот. Я, к примеру, использую эту функцию на 50%, для меня это более чем достаточно. Конечно же, сравнивать 1000 и 200 Вт такое себе, но по моим ощущениям Eltronic звучит так же, как и JBL PartyBox 1000. И это еще не все. В комплектации у Eltronic два профессиональных беспроводных микрофона в алюминиевом корпусе с кнопкой включения-выключения и встроенным дисплеем, где отображается уровень заряда батареек, сигнал и частота, на которой работает микрофон. Что касается JBL, микрофонов в комплекте у вас не будет. И еще хотелось бы напомнить, что эта модель JBL работает только от сети. Ну если же вы, конечно, не купите аккумулятор и преобразователь напряжения, а в деньгах это будет около 10 тысяч. Кстати, о деньгах. JBL на сегодняшний день стоит около 90 тысяч рублей. Итого для результата автономности 100 тысяч. Зачем, если есть Eltronic Soundbox Active Pro? Зачем переплачивать, если утрирована разница только в названии? Что думаете вы по этому поводу? Пишите в комментариях. We'll be right back.